С вами Мегаобзор.ком и в центре внимания сегодня у нас интересная система башенного охлаждения. Это Pentawave Z06D. Данная модель уже успела наделать много шума. Супер кулер, который способен конкурировать э, с лидерами этого сегмента. Данная модель в ходе первых тестов продемонстрировала возможный отвод тепла от процессоров CDP превышающим 300 Вт. И эта двухбашенная конструкция еще сопровождается пятилетней гарантией. В комплект будет включает тюбик с термопастой, это Pentawave P7, различные крепежные элементы, усиливающие пластины под разные типы сокетов, скобы для вентиляторов, прижимные пластины, а также руководство пользователя. Данная система, помимо изучаемой нами в черном исполнении, также доступна в белом. Внешний вид у него выдержанный, без броских элементов в оформлении. Для покраски используется специальный порошковый состав, который не ухудшает отвод тепла. Сами же пластины дополнительно никелированы. Высота системы в сборе 158 мм. Это двухбашенная конструкция из симметрично расположенных секций. Состоит каждый из 58 алюминиевых пластин, толщина 0,4 мм. Расстояние между пластинами 1,7 По торцам для увеличения эффективности продувки есть вырезы в виде зубцов с канавками по всей длине. Общая площадь отвода тепла 11 057 квадратных сантиметров. Пронизывают трубки 6 тепловых, как раз они диаметром 6 мм распределены вдоль всей длины радиаторов. Отмечу нечасто встречаемую пропайку пластин к радиатору, обычно просто опрессованы. Здесь же применена пайка. Это дополнительно повысит эффективность отвода тепла. Концы конце трубок у Penta Wave Z06D запаяны и закрыты цельной металлической пластиной со штампованным узором по краям. В районе основания опрессованы. Сами трубки плотно прилегают к основанию, без видимых зазоров. Площадь контактной поверхности 40 на 41 мм. Оно медное с высоким качеством полировки. Система комплектуется двумя вентиляторами PentaWave PF K12 с регулируемой скоростью вращения. (минимально 600, максимальной 1950. Они создают давление 2,21 мм. Как и основная часть конструкции, окрашена в черный цвет все четыре уголка с антивибрационными накладками. Крепятся при помощи металлических скоб. Соединяются при помощи четырехпинного коннектора. Предусмотрено последовательное подключение. Можем быть подключиться к одному разъему на материнской плате. Penta Wave Z06D поддерживает сокеты LJ1700, LGA 1200, LGA5 и все модификации 20, соответственно тоже модификации разные, AMD M4 и M5. Монтаж ввели на плату с сокетом LJ1700. Первым шагом устанавливаем усилившую пластину из металла. К ней через пластиковые проставки соединяется опорная пластина. Наносим термопасту и напомню, что тюбик уже есть в комплекте. Для прижима и конструкции мы все это проводим со снятым вентилятором. Нужна будет крестовая отвертка. После этого останется установить два вентилятора и подключить их к материнской плате. Исполнение этой башни позволяет устанавливать оперативную память высотой 44 мм. Тестирование мы ввели с процессором Core i5-12400. Этот процессор, конечно же, не сможет раскрыть весь потенциал этой башни. Мы вернемся к тестам более производительных процессоров позже. И для начала вы видите данные по синтетике, нагрев CPU и FPU в AI-64. По шуму замеряли на расстоянии 20 см. В режиме штатной нагрузки уровень шума составлял всего 35,7 дБ. При синтетической нагрузке, когда максимально вентиляторы вращаются, 38 дБ. То есть в условиях открытого стенда, это не закрытый корпус, без боковой крышки, работу вентиляторов при, с учетом расположения корпуса на столе было не слышно. В итоге получаем эффективную тихую двухсекционную башню, обеспечивающую стабильную работу топовых процессоров Intel и AMD. С удовольствием обсудим с вами в комментариях. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.